На Снежной долине в микрорайоне Черемушки заслуженный мастер спорта России Александр Легков провел мастер-класс по беговым лыжам для воспитанников спортшкол. Александр – олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года. Спортсмен не только показал детям новые приемы, но и рассказал о том, что приведет начинающего лыжника к успеху. Ну, для лыжника основное – это, в любом случае, трудолюбие. И есть такой момент, то, что даже если тебе дано от природы хорошие данные, да, что ты можешь добиться результата, это всего лишь, наверное, максимум 30% от составляющего успеха. Все остальное – трудолюбие. Лыжные гонки – это секундомер, это не командный вид спорта. И здесь все на табло, как говорится. Поэтому трудиться, и через труд можно добиться любых вершин, это точно. Здорово, что в Магадане есть дети, которые хотят заниматься, отметил Александр Легков. Однако, по мнению спортсмена, в областном центре недостаточно условий для взращивания молодых талантов. Нужно делать хорошие лыжные трассы, уверяет чемпион. Тем не менее, по словам Александра Легкова, регион, который подарил стране Елену Вяльбе, обладает большим потенциалом. Всего в мастер-классе поучаствовали более 40 ребят. После занятия юные лыжники под руководством Александра Легкова смогли отработать полученные знания на практике.